прижали к стенке трое не нашей национальности. Один ножом в живот уткнул, что-то просто кольнуло. Точно не видел, нож не нож. Кольнуло в живот, сказали отдавай телефон, отдал телефон. И они просто убежали в сторону Меги. Там сели в такси, и все, что я увидел, это как в такси садились и бортовой номер, все. Ну а ранее ты с ним не конфликтовал, нигде их видел? Нет, нигде не видел. Первый раз. А где все это произошло? На автовокзале.